Уважаемые коллеги, друзья, слушатели Первого медканала. Наступает новый 23-й год. Я от всей души, от всего института Склифосовского поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Минувший год, конечно, стал годом вызовов и испытаний для многих из нас. Ну, мы выдержали. Новый год – это время загадать желания. Кролик – это символ умиротворения, поэтому я желаю нам всем покоя, радости. Много-много здравого смысла. Планов уже достаточно много. Но я уверен, что знания, которые вы здесь получили, являются теми скрепами, которые помогает преодолевать все сложности. Последние годы как-то немножечко сместили наши акценты, и мы думаем о вечных ценностях. Я вам желаю, чтобы в ваших семьях все было хорошо. Чтобы росли и радовали дети. А ваши родители жили подольше. Здоровья, счастья, успехов, и чтобы вам было интересно жить. Дорогие друзья, с Новым годом!